продолжении темы. На минувшей неделе был дан старт начала трудового лета для школьников. Впервые открытие лагеря прошло в торжественной обстановке. Торжественно и празднично встретили ребята начало трудовых будней. На линейке 19 команд. Это лишь некоторые из школьников, кто решил работать этим летом. Всего в первой смене лагеря 550 человек. В ближайшие 3 недели они будут заниматься благоустройством города. Это своего рода и трудовая адаптация, это и отношение к труду, это носит и воспитательный характер. В это время у нас также работают наши специалисты, профконсультанты, для того, чтобы детей профессионально ориентировать на правильный выбор профессии. Работать начинающие профессионалы будут 2,5 часа в день. Заработная плата составит 3,5 тысячи рублей. Чтобы трудиться было интереснее, на протяжении всего времени ребята будут участвовать в конкурсах. В результате будем выявлять победителей, которым будут потом при подведении, при закрытии конкретной смены трудового лагеря вручены ценные призы, ну и будет разыгран град-приз, то есть абсолютный победитель. Конечно, в первую очередь будет учитываться результаты работы, их эффективность, трудолюбие, желание и вклад в то, чтобы наш город становился краше, лучше, чище. Достижения и успехи ребят зафиксирует мобильная группа корреспондентов управления образования. В конце лета победитель трудовой кампании поедет на общереспубликанский слет. Ольга Рыжова, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.